Мы только учимся. Вчера заступил вам не мат, хорома попросил из Макарии Кино, но он их был. Попробуй. Честно скажем, просто Давид Тумасасхэ Бахталэ. Но мы должны уехать.
оставляем вас с Богом, с счастьем, с радостью, с благополучием. Храни вас Господь. Племяш, да я возьму со стол, во столо со своей половинкой. Я не знаю, где он. Колечка, мой дорогой. Мой дорогой племянник. Как я, знаешь, как я тебе скажу? Лучше поздно, чем никогда, брат. Ну, так получилось, что я вот только сейчас появился. Теперь уже никогда не работаю. Поэтому, мой царь, я тебе желаю с моей супругой самое главное, что может быть, это уважение к тебе, понимание друг друга и уступайте друг другу во всем и везде, когда вы проживете долгую, счастливую, цыганскую жизнь. Храни вас Господь. Со святым Господом, ты добрый Бог. Но вы должны уехать, мой родной. Не обижайся, пожалуйста, не внесу. Мы обязательно еще приедем. Давай туда состыл, вот там мы зуровые. Счастья всем и добра, мои родные. Здоровья, твоим близким, твоим всему. Да, обрадует тебя Господь.